Совсем недавно мы говорили с вами о машинке Moser VarioCAD, и вот сейчас мы на нашем канале Енот Постригун говорим о практически такой же машинке Moser ProCAD. Немножко другая комплектация, я бы даже сказал, совсем другая комплектация, но сами машинки очень похожи. Давайте смотрим, как всегда, упаковка. Написано много чего интересного. Blade made in Germany. Быстросъемный нож, самозатачивающийся нож, 3 года гарантии, то есть очень много гона. Во-первых, 3 года гарантии в России никто на машинке Moser не дает, на них распространяется стандартная годовая гарантия. Как импортер все это объясняет, потому что у нас не очень хорошо все с напряжением в сети, скачки напряжения. Самозатачивающиеся ножи не бывают самозатачивающихся ножей никогда. Волос – вещь довольно-таки тонкая, поэтому любые микрозасечки, образующиеся в процессе работы на ноже, все, хана ножу, надо нормально точить. Что еще? На задней крышке у нас комплектация. 6 насадок, 3, 6, 9, 12, 18, 25 мм пеньюар. Бичевские ножницы, которыми даже бумагу с трудом можно порезать. Бичевская расческа, которая будет царапать кожу, кисточка, масло, ну, само собой, адаптер питания. Итак, данный комплект рассчитан сугубо на домашнее использование. То есть все вот эти вот комплекты, где добавляют ножницы, пеньюар, это предполагается, что будут стричь только дома. Скрываем. Итак, здесь у нас инструкция, гарантийник, адаптер питания, машинка. Насадочки 6 штук, как и было обещано. Ножницы, расческа. И вот здесь вот у нас запрятан пеньюар. Ну, давайте пеньюар я, пожалуй, не буду открывать. Я не думаю, что он кого-то интересует. Щеточка, масло. Здесь, в общем-то, все стандартно. Убираем в сторону. Адаптер питания. Хотя на картинке был изображен совершенно другой. На самом деле здесь идет адаптер 6000. Точно такой же, как на профессиональных машинках Moser Chrome Style, Moser Li Pro, Moser Easy Style и ряде других машинок и триммеров Moser. Подставки, само собой, в комплекте нет, поскольку это домашняя машинка. Документы убираем. Насадочки точно такие же, как на профессиональных машинках Moser. От 3 до 25 мм 6 штук. В комплекте можно покупать дополнительно. Насадки обычные пластиковые. То есть качество не самое высокое. Видно здесь при лежании у нас 25-ка немножко погнулась. 25-ка вообще очень часто при хранении деформируется. Это не 25-ка, кстати, это 18. Вот 25-ка побольше еще немножко. Да, но с ней та же самая беда наверняка. Да, у нее тоже зубчики немножко слиплись. И их хорошо бы привести в порядок, нагреть и развести. Ну ладно, насадки убираем. Главное, что мы знаем, что если с нашими насадками что-то случится, мы пойдем в магазин профессиональной техники для стрижки и купим себе какие-нибудь другие ножницы. Ну, ножницы можете сразу отдать своему ребенку в школу. Будет там делать аппликации, вырезать или что-то еще столь же полезное. Стричь ими категорически не рекомендую. Ну да, ими можно обрезать волосы, но не постричь. Расческа. Расческа, ну, кончики вроде бы не острые, но очень мягкая, очень узкая. Ну, я не знаю, для чего такая может использоваться. Ну, наверное, можно использовать как-то. Адаптер питания стандартный. Это на самом деле не очень хорошо, потому что адаптеры питания у Moser стоят дороговато и довольно тяжело их найти в продаже. Лучше бы здесь был какой-нибудь адаптер, как на картинке, с обычным кругленьким штекером для домашней машинки. Но, с другой стороны, домашняя машинка и не так часто пользуется, так что ничего здесь со шнуром не случится. Машинка. Сама машинка точно такая же, как ранее рассмотренная Moser VarioCAD. Отличие – это цвет и нож. Если там в комплекте был нож с регулировкой длины среза, здесь нож без регулировки длины среза. В остальном он, в общем-то, точно такой же. Длина среза 0,7 мм. Машинка, к сожалению, сейчас не заряжена. Если сейчас поставить ее на зарядку, не факт, что она сразу включится.
Просто когда аккумулятор полностью разряжен, ему нужно некоторое время для зарядки. В принципе, машинка может работать и от шнура, и от аккумулятора. При зарядке загорается синяя лампочка, минус после полной зарядки она не тухнет. Полная зарядка порядка 12-14 часов. Мощность я уже говорил, когда рассказывал про VarioCat, можно посчитать. Она составляет около 3,5 ватт. Но здесь пока машинка полностью не зарядилась, ну или хотя бы чуть-чуть не зарядились аккумуляторы, нож довольно легко останавливается. Если подзарядить ее, то нож блокировать пальцами уже не получится. То есть мощность довольно хорошая. Итак, давайте еще раз о машинке. Сильные стороны. Нож, в общем-то, профессиональный. Единственное, без регулировки длины среза можно его заменить на стандартный нож от Moser Chrome Style или Moser Li Pro с регулировкой длины среза. Заряд 75 минут держит машинка. В принципе, неплохо. Неплохая мощность. Если аккумулятор заряжен, если работаем не от провода, то отлично будет снимать массу. Минусы. Заряжается 12-14 часов. Это плохо. Кроме того, когда полностью зарядилось, это не видно. Индикатор, который горит синим цветом, ну тут не очень видно, что он синий, да, но поверьте на слово, он горит ярко-синим светом. На руке даже отражается. Он не тухнет после полной зарядки. Это плохо. Насадки подходят стандартные. Ну, в общем-то и все. Машинка скорее для дома, но для работы как машинка начального уровня тоже сойдет. Если пока у вас нет ни одной аккумуляторной машинки. На этом, пожалуй, все. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях под видео. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Енот Постригун. Вступайте в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. Задавайте там свои вопросы. Делайте там запросы на видео, какие хотите увидеть в будущем. На этом все. Пока-пока.